Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы начинаем десятое видео из серии, которая посвящена платформе Autodesk Forge. В этом видео мы рассмотрим один из самых молодых, но при этом из самых интересных компонентов платформы – Forge Design Automation. А именно вы узнаете, зачем нужен этот компонент, что он из себя представляет, как работает, как он может автоматизировать работу в BIM 360 – какие еще веб-сервисы могут быть созданы на его основе. А также в конце мы разберем такой важный инструмент платформы Forge, как события, и чем они могут быть вам полезны. Следующее, одиннадцатое видео, мы полностью посвятим разбору примеров применения Forge Design Automation. Но не спешите пропускать это видео и переходить к следующему. Ибо понять логику тех веб-сервисов, не зная основ и теории, вам будет непросто. Вначале теория, затем практика. Как и всегда, вначале я бы хотел отметить, что ссылку на мою презентацию, а также на другие ролики из этого курса, вы найдете в описании к этому видео. Кроме того, большая часть примеров имеет ссылки на своих слайдах, а значит вы собственноручно сможете их опробовать. Также... Добрая часть из них имеет и ссылки на GitHub. А значит, ваши программисты смогут использовать наработки инженеров Autodesk. Ну что, вы готовы? Давайте начнем. Меня зовут Ярослав Решетников. Я работаю в подразделении компании Autodesk, деятельность которого направлена на всемерную поддержку всех тех, кто разрабатывает различные плагины, приложения, программы, веб-сервисы, с использованием наших технологий. То есть в основном моя ключевая аудитория ⁇ это программисты и те специалисты, которые ставят им задачи. Думаю, ни для кого не секрет, что успешная автоматизация способствует уменьшению затрат, ускорению рабочих процессов внутри компании и, как следствие, увеличивает прибыль. На самом деле можно долго перечислять преимущества автоматизации, но наверняка вы сами лучше меня их знаете, так как сейчас представить на рынке компанию, которая не автоматизирует свои процессы, очень сложно. Автоматизация рутинных и повторяющихся процессов по работе с инженерными данными ⁇ это одна из основных ролей компонента Forge Design Automation. Если сформулировать общее определение, то оно будет звучать примерно так. Design Automation – это компонент платформы Forge, который способен обеспечить вас функционалом десктопных программных продуктов Autodesk в облаке. Каких именно программных продуктов, спросите вы? Отвечу сразу. На данный момент это AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk Inventor и Autodesk 3ds Max. Всего 4 программных продукта. Интересно? Что ж, давайте разбираться. На этом слайде в общем виде представлены задачи, которые могут решаться при помощи Forge Design Automation. Тут важно запомнить, что при помощи него мы можем создавать, извлекать и изменять инженерные данные. Если чуть подробнее, то данный компонент платформы позволяет нам генерировать информационные модели онлайн, анализировать их, подготавливать данные для отчетов, проверять проекты на внутрикорпоративные стандарты компании, автоматизировать выпуск отчетной документации и так далее, и так далее. Давайте на следующем слайде рассмотрим некоторые из сценариев применения данной технологии. Forge Design Automation for Revit может помочь вам в создании веб-сервисов, которые по запросу генерируют или редактируют информационную модель онлайн. Помогут в создании семейств. Проверят проекты на внутрикорпоративные стандарты компании. Считают и проанализируют данные из проекта. И так далее, и так далее. Forge Design Automation for Inventor – сможет быть полезен в построении веб-сервисов, которые сгенерируют информационную модель по заранее заданным входным данным. Обновят параметры в файлах деталей или сборок. Упростят детализацию машиностроительной модели для последующего применения в проектировании строительных объектов. Преобразуют ваши проекты в форматы, которые поддерживает инвентарь API. Настроят файлы чертежей, будут использовать правила iLogic в своей работе и так далее. Идем дальше. Forge Design Automation for 3ds Max станет ключевым инструментом в создании веб-сервисов, которые будут по запросу генерировать или редактировать объекты внутри сцены в Max, рендерить модели в облаке, готовить контент для отображения виртуальной реальности. А Forge Design Automation for AutoCAD сможет быть полезен при реализации решений, которые будут генерировать или редактировать чертежи и 3D-модели по заданным параметрам онлайн. Смогут автоматизировать процесс преобразования DVG-чертежей в PDF. И так далее, и так далее. Кстати, последний сценарий мы уже рассматривали с вами вживую на одном из примеров в шестом уроке. Помните? Мы разбирали веб-сервис, который может автоматически преобразовывать чертежи из папки BIM 360 в PDF. И все это происходило прямо в облаке. Теперь давайте перейдем к основам Design Automation и разберем, как он работает. При работе с этим компонентом платформы Forge важно помнить, что все взаимодействие строится на базе пакетной обработки данных. То есть мы подаем на вход информацию, она обрабатывается движком Design Automation, и через какое-то время мы получаем результат. Это простейший пример пакетной обработки данных. Кстати, с такого рода операциями мы очень часто сталкиваемся в работе с десктопными решениями. Как я уже сказал, на данный момент Forge Design Automation имеет 4 движка – Engines. А именно – AutoCAD, Revit, Inventor и 3ds Max. Каждый из этих движков поддерживает несколько версий. На сегодня, 29 октября 2019 года, это 2020 версия данного ПО, а также 2019 и 2018 версия. Таким образом, вы всегда можете выбрать, какой движок и какой именно версии вы хотите использовать для своего веб-приложения, что бывает очень полезно в работе. Как вы уже наверняка догадываетесь, в своем решении вы можете прибегать к возможностям нескольких движков, ведь синергия этих инструментов открывает совершенно новые возможности. Но об этом мы поговорим позже, в конце данного видео. Теперь перейдем к конкретике. Строго говоря, на вход Design Automation мы подаем файлы, а затем ждем, пока они обработаются, чтобы получить на выходе результат – обработанные файлы. Но только вот этих данных на входе будет мало для запуска обработки. Нам нужно подать на вход не только инженерный файл, который мы хотим обработать, а также JSON или XML файл, который будет содержать заранее заданные параметры для изменения нашего файла. Например, мы подаем на вход файл с 3D моделью стула, а также файл с параметром новая высота стула равна 70 мм. Веб-сервис обработает эти данные и выдаст нам файл с измененной моделью. Тут стоит отметить, что на данный момент Design Automation может считывать только те данные, которые подаются ему на вход, ибо он не имеет прямого доступа в интернет. Иными словами, мы не можем указать Design Automation ⁇ возьми значение из ячейки во внешней базе данных, которая располагается на моем сервере ⁇ Нет, так работать не будет. Это значение должно быть подготовлено и отправлено на вход данному веб-сервису перед его запуском. Надеюсь, я вас не запутал. Чтобы расставить все по местам, давайте посмотрим на простейший пример веб-приложения, который работает в связке с Forge Design Automation. Ссылку на этот пример вы найдете внизу слайда. Если коротко рассказать о его работе, то при помощи введенных пользователем значений он вносит изменения в исходный файл проекта. Давайте посмотрим на него более внимательно. Сперва веб-приложение предлагает нам, как пользователю, ввести параметры, а именно ширину и высоту. Мы вводим 12 и 12. Далее нам предлагается выбрать исходный файл, и мы выбираем DWG файл под названием AutoCAD Sample File. В конце нам нужно выбрать заранее запрограммированный алгоритм, который мы хотим выполнить. Выбираем и жмем кнопку Start. Итак, что же сейчас произойдет? Исходный файл и введенные параметры в формате JSON загружаются в веб. Затем подаются на вход Design Automation. Он их обрабатывает. Результат загружает в облачное хранилище и предлагает нам ссылку для загрузки. Все просто, не правда ли? А теперь давайте проделаем то же самое для файлов Inventor, Revit и 3ds Max. Итак, еще раз. Ввели необходимые параметры и загрузили исходный файл. Нажали «Старт». Данные загружаются в веб и отправляются на вход Design Automation. Он их обрабатывает и выгружает результат в облако, предоставляя нам ссылку. Это очень простой пример пакетной обработки данных. В файле AutoCAD мы изменяли параметры динамического блока. В файле Inventor мы изменяли параметры детали. В файле 3ds Max параметры объекта Instance в сцене. А в файле Revit параметры семейства. Этот прекрасный тестовый пример просто и понятно объясняет нам принципы работы Design Automation. Но работать с этим веб-сервисом невозможно, если вы не понимаете ключевые понятия, которые вам обязательно придется использовать при взаимодействии с ним. Поэтому теперь давайте остановимся на них. Это общие понятия, и они актуальны для всех четырех движков. Первый из них это App Bundle. Он содержит созданный вами программный код который выполняется одним из движков внутри Design Automation в облаке. Стоит отметить, что по своей сути этот код очень похож на плагины, которые создаются независимыми разработчиками для наших десктопных решений. AutoCAD, Revit, Inventor или 3ds Max. Само собой, что такой плагин должен быть написан на том языке, который поддерживает API выбранного вами программного продукта. Этот принцип должен выполняться всегда. И при работе с десктопным по Autodesk, и при работе с Forge Design Automation. Для последнего возможны следующие варианты. Для AutoCAD это C Sharp или C++. Для Revit это .NET или C Sharp. Для Inventor 3ds Max это может быть скрипт или плагин на .NET. Всегда помните, что движки внутри Forge Design Automation не имеют пользовательского интерфейса, а только программный API. А значит, ваш плагин ни в коем случае не должен содержать фрагменты кода, которые обращаются к пользовательскому интерфейсу или к пользователю. Нарушение этого условия приведет к сбою в работе вашего плагина. Также не забывайте, что ваш плагин будет выполняться в режиме пакетной обработки данных. То есть вот данных, обработка данных, вывод результата. Все просто. Но вернемся обратно к App Bundle. Хочу отметить, что физически он очень похож на бандл, который оформляется для публикации в онлайн-магазине приложений Autodesk App Store. То есть, по сути, это zip-архив, который содержит все необходимые файлы для нормальной работы вашего плагина. DLL-сборки, и файл package contents.xml, который описывает содержание этого плагина. Например, в случае с Revit он имеет ссылку на манифест и на DLL-ки. В отдельных случаях App Bundle может содержать один файл. Еще раз. По сути, App Bundle отвечает за то, какие операции будут выполняться внутри Design Automation. Идем дальше. Activity определяет, как именно будет запускаться наш программный код в облаке. Например, да, у нас уже есть подготовленный App Bundle с плагином, но мне все еще необходимо уточнить для Design Automation, какие входные данные ему стоит получить и куда выгружать результаты выполнения. И это задача Activity. Например, в пройденном примере Activity определяла, что для корректного выполнения задачи необходимо один исходный файл, один JSON файл с внешними параметрами, соответственно App Bundle, который будет запускаться в связке с одним из движков Design Automation, а также путь для выгрузки обработанных результатов. Для корректной работы Design Automation очень важно, чтобы наш исходный файл был доступен онлайн. И было облачное пространство, куда он может выгрузить результат. Для этой цели вы всегда можете использовать хранилище данных платформы Forge. Или Amazon. Или Microsoft Azure. Или других платформ. Ну или, наконец, ваш собственный сервер, который имеет выход в интернет. А сейчас обратите внимание вот на что до этого момента мы на самом деле по факту еще ничего не выполняли, а просто определяли, какие операции мы хотим проделать с Design Automation. Поэтому идем дальше и переходим к третьему ключевому понятию. Это Work Item. Work Item – это непосредственно процессы по обработке данных, запущенные в облаке. То есть, если простым языком, то это само задание на выполнение. У Workitem есть ID. Вы можете посмотреть статус его выполнения и при необходимости узнать, когда задача будет завершена. Если вы программист, то, скорее всего, вам запомнится следующая аналогия этих трех ключевых понятий в Design Automation. Представьте себе базовый объект, который широко используется в программировании. Функцию. Представьте, что тело функции, то есть наш программный код, это AppBundle. А определение функции, где содержатся передаваемые параметры и тип возвращаемого значения, это наше Activity. Тогда вызов функции это WorkItem. Удачная аналогия, не правда ли? Надеюсь, что она поможет вам быстро запомнить эти ключевые понятия. А теперь давайте перейдем к практическому применению Forge Design Automation. Для более лучшего понимания теории, до этого мы рассматривали использование Design Automation на линейной схеме. Но на практике все работает немного по-другому. И схема, которую вы видите сейчас, более жизненна, так как обычно наши данные хранятся в каком-то месте. Нам нужно забрать их оттуда, преобразовать и выгрузить обратно. Помните, в пройденном примере мы загружали данные со своего компьютера, они обрабатывались, и после обработки мы опять выгружали их на свой компьютер. Что же касается мест, где мы можем хранить данные, то это может быть не только наш компьютер или сервер с доступом в интернет. При динамичном развитии интернет-технологий появилось огромное количество платформ от разных вендоров, которые позволяют хранить данные. И Autodesk тут не исключение. Для программиста, создающего решение связки с Design Automation, не сильно важно, где живут данные. Это может быть и BIM 360, и Google Drive, Amazon, Azure, Box, Dropbox, Яндекс Диск, Облако Mail и так далее, и так далее. Пользователь сам решает, где хранить свои данные. Программисту же будет важно, чтобы они были доступны для онлайн-веб-сервиса Design Automation, так как его приложение должно будет отправить эти данные на вход в Design Automation и вернуть результат. Сейчас на слайде вы видите схему работы нашего следующего примера. В данном конкретном случае данные живут в BIM360. Говоря о данных, я имею в виду файл Revit. Поэтому в этом примере мы используем именно Design Automation for Revit. Другие движки нам сейчас будут не нужны. Какую же задачу выполняет этот пример? Это веб-приложение берет выделенные пользователем файлы Revit из BIM360 и автоматически обновляет их версию при помощи Design Automation for Revit. В этом ролике. С 2018 Revit версии файлы обновляются до 2019. -й. Затем обновленные файлы возвращаются обратно в BIM 360. Во время обновления геометрия и метод данной файле не меняются, только версии. При обновлении пользователю на выбор доступны два варианта взаимодействия. Давайте посмотрим на них. Первый вариант в этом случае веб-приложение обновляет выбранный ранее файл до 2019 версии Revit, а затем пересохраняет в той же директории. При этом у файла просто добавляется новая версия в BIM 360. Смотрим. Пользователь уже залогинился в BIM 360. Открывается его репозиторий с данными. Мы видим, что он выбирает папку, проект, необходимую версию проекта и жмет кнопку Upgrade. Посередине запускаются процессы. По выполнении процесса мы видим результат слева. Появилась вторая версия того же файла в BIM 360. Это и есть обновленный файл. Теперь проверяем это через BIM 360 и десктопный Revit. Вот, пожалуйста. Второй вариант. В этом случае мы выбираем не файл, а целую папку с файлами. И обновляем. Смотрим. Выбрали. Теперь в поле справа мы создаем папку, куда будут выгружены обновленные файлы. Выбираем ее и жмем кнопку Upgrade. Посередине запускаются процессы. Обратите внимание, их несколько. Все процессы в обновлении проектов параллельны. В случае, если бы мы выполняли ту же самую задачу при помощи десктопного плагина и Revit, то процессы были бы последовательны, один за одним, что съело бы кучу нашего времени. Но когда мы имеем дело с облачными технологиями, а по сути это целое множество серверов с Design Automation for Revit, то мы можем позволить себе запустить эти процессы в параллель. И это увеличит скорость обработки в разы, что очень важно. Давайте во время выполнения мы саботируем несколько процессов и намеренно прервем их в демонстрационных целях. Сейчас объясню, зачем это нужно. Итак, вы видите в окне справа, что часть файлов обновилась. Кроме тех, что мы вынужденно прервали. А теперь давайте проверим их в BIM360. Если некоторые из файлов данное приложение обновить не может, создается замечание ⁇ issue, которое содержит вложение ⁇ лог файл ⁇ где прописаны возникшие ошибки. Таким образом, мы всегда можем проверить, все ли процессы завершились удачно. Этот пример отлично демонстрирует преимущество интеграции между BIM 360 и Design Automation. Только вообразите, какие возможности это открывает перед всеми нами. Теперь давайте пройдемся по некоторым из преимуществ использования компонента Forge Design Automation. По мне, все они очевидны, но не сказать о них было бы преступлением. Во-первых, с помощью этого компонента мы можем автоматизировать ряд рутинных операций в облаке. Кроме того, данный веб-сервис поддерживает несколько версий ПО, и мы можем выбирать, с какой именно версией программного обеспечения Autodesk нам работать. Самое главное, он позволяет запараллеливать ряд задач, ускоряя тем самым их исполнение. Мы видели это в предыдущем примере. Также, он избавляет нас от необходимости в покупке десктопных версий программного обеспечения для целого ряда задач. И, конечно же, нельзя не сказать, что он будет очень мощным дополнением к любому инженерному веб-сервису. А теперь давайте плавно перейдем к разбору более сложных и интересных сценариев, реализованных с помощью Autodesk Forge и BIM 360 API. И сперва мы рассмотрим такое понятие веб-программирования как событие, Events. Начнем с общего определения, которое я нашел на просторах интернета. Итак, события ⁇ это действие, которое происходит в программируемой вами системе, о которых система сообщает вам, чтобы вы могли, если нужно, как-то реагировать на них. Например, если пользователь нажимает кнопку на веб-странице, это действие порождает событие. Ваша система отлавливает его и может автоматически, без вашего участия, ответить на это действие, отобразив, например, информационное окно. Согласитесь, что когда мы разрабатываем более комплексные решения, которые реализуют эффективный сценарий работы с инженерными данными и используют несколько компонентов платформы Forge, то мы не сможем обойтись без такого важного элемента в программировании, как события. На следующих слайдах мы рассмотрим некоторые важные концепции, связанные с событиями в платформе Forge, и посмотрим, как они работают. Тут же стоит отметить, что события... Это не какое-то изобретение Autodesk Forge. Они используются повсеместно в веб-программировании и в платформах от других вендоров. Microsoft, Amazon, Google, Яндекс и так далее, и так далее. Ранее в уроках мы подробно не касались этой темы, поэтому сейчас самое время ее затронуть, и следующие пару минут мы уделим именно ей. Давайте предположим следующий сценарий. У нас есть 100 файлов с 3D-моделями, которые необходимо отобразить в Forge Viewer. Ну, например, для того, чтобы сделать каталог или галерею проектов. Как нам следует действовать? Из второго урока вы прекрасно помните, что для начала нам потребуется загрузить модель в облачное хранилище Forge при помощи Data Management API. Затем передать модель в Model Derivative для конвертации в формат SVF. По выполнении конвертации Model Derivative выгрузит результат обратно в облачное хранилище Forge. И в конце нам нужно будет отобразить этот результат при помощи Forge Viewer. Но у нас ведь 100 моделей, а не одна. Как вы думаете, какую проблему это представляет для нас? А вот какую. Созданное нами веб-приложение будет ожидать от нас действий после каждой итерации. Загрузка модели в облако ⁇ одна итерация. Конвертация модели ⁇ еще одна итерация. И так далее, и так далее. Причем эти итерации могут занимать по времени от нескольких секунд до нескольких десятков минут. Все зависит от веса вашего файла и от сложности операции, которую вы хотите проделать. Что это означает для нас? А то, что мы будем вынуждены ждать исполнения каждой итерации, чтобы затем вручную запускать следующую. Это отнимет тонны нашего времени. Возникает вопрос, как же оптимизировать работу нашего веб-приложения. И тут на помощь приходят события. При написании веб-приложения, которое реализует сценарий на слайде, мы должны построить его так, чтобы оно находилось в режиме постоянного ожидания событий. Тогда при получении события оно будет запускать следующую в алгоритме операцию. Возвращаемся к примеру на слайде. Когда модель загрузилась в облачное хранилище Forge, появляется событие который уведомляет наше приложение об успешной загрузке новой модели. Тогда наше приложение отправляет эту модель на конвертацию в Model Derivative. После завершения конвертации Model Derivative отправляет результат обратно в облачное хранилище Forge, а также выдает уведомление об успешном окончании конвертации. Таким образом, наше приложение узнает и об этом, а значит, может запустить финальный шаг просмотр этой модели в Forge Viewer. Обратите внимание, практически весь процесс теперь автоматизирован, и все это при помощи событий Events. Здорово, не правда ли? А теперь давайте рассмотрим, какие события бывают у платформы Forge. Помните, во втором уроке мы бегло разбирали каждый из компонентов платформы Forge и останавливались на Webhooks. Так вот, Webhooks это компонент платформы Forge. По факту, это событие внутри Data Management и Model Derivative. Webhooks позволяет автоматизировать ряд операций по работе с этими компонентами. Он может уведомлять наше веб-приложение о загрузке нового файла в Forge, BIM 360 или Fusion Team, а также его удалении, создании папки, окончании конвертации и так далее, и так далее. Но это не все события, которые есть у платформы Forge. У Design Automation есть свое собственное событие, которое называется Callback. И с помощью него мы можем автоматизировать работу с этим компонентом, узнавать об успешном завершении нашего задания, в каком статусе оно находится и так далее. Все это позволяет нам делать более интересные решения. А теперь давайте посмотрим, какие именно. Следующий пример демонстрирует веб-приложение, которое расширяет функционал BIM360 при помощи Design Automation for Revit. Что оно делает? Оно автоматически проверяет загруженный в BIM360 файл Revit на коллизии. Вначале давайте разберемся, как это работает. Итак, мы создаем веб-приложение, которое находится в режиме постоянного ожидания событий. Как только файл Revit загружается в определенную папку в BIM 360, появляется веб-хук. И наше приложение узнает об этом. Тогда оно отправляет этот файл на обработку в Design Automation. Внутри Design Automation for Revit при помощи ранее запрограммированного App Bundle запускается проверка на коллизии. Проект обрабатывается. И по окончании обработки отправляется обратно в папку BIM360. И об этом наше приложение уведомляет callback. Таким образом, наше приложение в курсе, что проект обработался. Стоит отметить, что основным результатом обработки Design Automation в этом случае является список ID-элементов, которые образуют коллизии в модели Revit. А если у нас есть список ID элементов, то значит мы можем создать при помощи BIM 360 API и замечание Issues, который покажет нам коллизии в этой модели. Давайте лучше посмотрим этот пример вживую. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Слева вы видите созданное нами веб-приложение – а справа у нас открыт BIM 360. Вначале в своем приложении мы выбираем папку из BIM 360 и жмем на кнопку Start Monitoring This Folder. Отныне наше приложение будет мониторить эту конкретную папку. Теперь переключаемся на вкладку, которая позволит нам проследить работу нашего приложения компонентов Forge и возникающих событий. Вот она эта вкладка. А теперь переходим в BIM 360. Поехали. В окне справа пользователь загружает файл Revit в BIM 360. Запускается процесс загрузки. В результате в BIM360 мы видим новую версию файла, версию 3. Также по окончании загрузки появляется событие Webhook, которое уведомляет наше веб-приложение, что в папку BIM360 загружена новая версия файла. Как только наше приложение увидело Webhook, оно передает этот файл на вход Design Automation чтобы тот проделал с ним заранее запрограммированную веб-бандовую операцию, то есть проверку на коллизии. Сейчас Design Automation обрабатывает файл. Когда Design Automation заканчивает обработку, он уведомляет наше приложение об этом с помощью события. Callback. Видите? Результат обработки Design Automation – это список ID элементов, которые пересекаются и образуют коллизии в модели. На базе этих данных мы можем создать замечание Issues BIM 360. В результате мы можем зайти во вкладку Issues BIM 360 – и посмотреть во вьюере все найденные коллизии. Здорово, не правда ли? тут стоит отметить, что, конечно же, помимо проверки на коллизии, вы можете запрограммировать совершенно любой алгоритм. Все зависит от вас. Это может быть проверка соответствия ГОСТам, СНИПам, внутрикорпоративным стандартам компании и так далее. Причем для пользователей BIM 360 это будет выглядеть как магия. Закинул файл в BIM 360, а через пару минут он проверился и выдал тебе замечания на найденные несоответствия. Красота. Также стоит обратить ваше внимание, что подробное описание по реализации этого примера, а также код на GitHub доступны по ссылке внизу слайда. Но и это не конец, ведь в своем веб-приложении мы можем использовать несколько движков, получая синергический эффект от этого. Интересно? Давайте взглянем на следующий пример. На этом слайде представлена схема работы для следующего примера. Обратите внимание, тут используется и Design Automation for Inventor, и Design Automation for Revit. Давайте разберем этот пример более подробно. Не на схеме, а вживую. Так будет понятнее. Итак, это веб-приложение внешне похоже на предыдущее но оно реализует совершенно другой сценарий. Давайте разбираться, какой именно. Вначале посмотрим на окно BIM 360 справа. Тут есть папка, в которой имеется два файла. Первый из них – это файл инвентора. Называется Chair Orientation формата IPT. Второй из них – это файл Revit. Table Chair формата RVT. Так вот, Файл инвентора является частью Revit файла. То есть это связанные файлы. Какой же алгоритм выполняет это приложение? А вот какой. Когда пользователь обновляет файл инвентора, то есть загружает новую версию, приложение автоматически обновляет Revit файл, который связан с файлом инвентора. Давайте смотреть. Итак. Сперва мы переходим в наше приложение, выбираем необходимую папку и жмем кнопку Start Monitoring This Folder. Теперь мы можем перейти в BIM 360 и посмотреть, что из себя представляет файл инвентора под названием Chair Orientation. По факту это 3D-модель стула без спинки. Теперь давайте посмотрим второй файл ⁇ Table Chair. Это стол с расставленными вокруг него стульями без спинок. Хорошо, посмотрели. А теперь давайте загрузим новую версию файла ⁇ Chair Orientation ⁇ эта версия будет представлять из себя стул, но уже со спинкой. Снова открываем в левой части вкладку, которая позволит нам проследить работу нашего приложения, компонентов Forge и возникающих событий. Загрузка пользователям новой версии файла запустила работу нашего веб-приложения. Мы видим, что идет процесс загрузки. Когда загрузка завершится, Forge с помощью события Webhook сообщит нашему веб-приложению об этом. Итак. Мы видим, что в BIM 360 справа после загрузки отобразилась версия файла номер 2. А также слева мы видим, что появился веб -хук. Теперь наше приложение запускает следующую операцию. Оно передает этот файл в Design Automation for Inventor, чтобы он сконвертировал файл инвентора в формат SAT. SAT. По окончании успешной конвертации callback от Design Automation сообщит приложению об этом. Вот, видите? Теперь наше приложение отправляет SAT SAT файл в Design Automation for Revit, чтобы тот сконвертировал его в RFI, а затем обновил файл RVT. происходит обработка. По окончанию работы Design Automation for Revit также оповестит наше приложение об этом с помощью события Callback. Видим, что появился Callback. Теперь наше приложение сообщает BIM 360, что появилась новая версия файла RVT. В результате мы видим в окне BIM 360, что файл table chair также обновился. У него отображается версия номер 2. Смотрим обновленный файл Revit и убеждаемся, что все стулья обновились. Теперь стулья имеют спинки. Вот и все. Подробное описание по реализации этого примера, а также код на GitHub доступны по ссылке внизу слайда. Теперь давайте перейдем к финальной версии этого видео и обсудим ограничения в Forge Design Automation. Я часто повторяю, что некорректно называть Forge Design Automation с его движками облачным автокадом, облачным инвентором, ревитом или 3ds Max. И ограничение этого компонента четко иллюстрирует почему. Итак, давайте разберем их. Сначала давайте разберем общие ограничения для дизайна Automation, а затем пройдемся по каждому конкретному движку. Во-первых, как мы с вами уже не раз разбирали, у Design Automation нет пользовательского интерфейса. Поэтому настраивайте ваш плагин внутри App Bundle таким образом, чтобы во время исполнения он не обращался к пользовательскому интерфейсу и не ожидал действий от пользователя. Иначе это приведет к непредвиденной остановке в работе вашего плагина. Второе. Сообщение об ошибках следует удалить, поскольку они будут блокировать работу вашего приложения. В принципе, это условие вытекает из предыдущего пункта. Третье. Как мы уже много раз говорили, работа с Design Automation осуществляется в пакетном режиме обработки данных. А значит, в тот момент, как Design Automation выполняет задание, вы не можете корректировать его. Поэтому все входные данные для работы с Design Automation должны быть собраны до запуска вашего плагина. Четвертое. У вашего плагина внутри App Bundle нет доступа к интернету. То есть мы не можем указать Design Automation, а ну-ка возьми значение из ячейки во внешней базе данных, который располагается на моем сервере. Нет, так работать не будет. Это значение должно быть подготовлено и отправлено на вход Design Automation перед его запуском. Пятое. Ваше приложение будет иметь пониженные привилегии и не может свободно взаимодействовать с операционной системой. То есть запись файлов возможна только в текущей рабочей папке вашего задания. Не пытайтесь получить доступ к данным в корневой папке или в других папках системы. Доступ к реестру ограничен вам следует избегать записи в реестр. Любая подзадача также будет выполняться с пониженными привилегиями. И шестое. Содержимое, загруженное в Design Automation, распаковывается там же. Поэтому используйте наикратчайшие пути к вашим файлам и папкам, чтобы не превысить ограничений в 260 символов для адресации в Windows. Иначе будут сбои в работе. А теперь давайте разберем ограничения для каждого конкретного движка. Итак, автокат. Когда мы работаем с движком автокат, то на самом деле мы работаем с консольным автокадом. Адаптеры Custom Enablers представлены для Object Modeling Framework, Civil 3D и так далее, но не для прикладных программ. Идем дальше. Inventor. Отсутствие пользовательского интерфейса означает, что вы можете взаимодействовать только с объектами Inventor Server, но не с объектами Inventor Application. Не поддерживается ряд функций в работе с Excel. Вы можете считывать значения Excel, например, для связанных параметров, но вы не можете записывать в Excel или использовать Excel через VBA. Нет поддержки ETO. Нет поддержки Revit Core Engine, поэтому такие функции, как экспорт в RFA, не будут работать. Именно поэтому, кстати, в последнем примере этого урока мы делали экспорт из инвентора в SAT, а потом из SAT в Revit. Помните? Нет поддержки большинства настроек, например, таких модулей, как трубы и трубопроводы, или генератора RAM и других модулей, которые используют инвентор Application API. На данный момент по умолчанию доступны только два модуля. Конвертер, Translator и iLogic. Переходим к Revit. Отсутствие пользовательского интерфейса означает, что вы можете взаимодействовать только с объектами RevitDB. Также отсутствует доступ к свойствам ActiveView или ActiveDocument для AppBundles в Design Automation for Revit. Функция экспорта в Navisworks недоступна. Autodesk Desktop Connector не поддерживается. Также не поддерживается доступ к связанным файлам из облака. Функция экспорта в PDF недоступна. Отсутствует доступ к моделям из Revit Cloud Worksharing. Также отсутствует доступ к моделям из Cloud Models for Revit. И, наконец, 3ds Max. Отсутствие пользовательского интерфейса означает, что вы можете взаимодействовать только с 3ds Max Batch .EXE, но не с 3ds Max .EXE. Сервера с Design Automation не имеют графического процессора, Поэтому любые функции, требующие доступа к GPU, не поддерживаются. Например, Quicksilver Hardware Render. Рендеринг Arnold имеет водяной знак. Модуль импорта из OBJ не поддерживается при запуске. Сейчас команда работает над исправлением этого. Также не поддерживается модуль импорта из Inventor, Action Man, а также загрузка и сохранение сжатых файлов 3ds Max. Вот и подошло к концу десятое видео из серии, которая посвящена платформе Autodesk Forge. Надеюсь, что вам было интересно. В этом видео мы разобрали теорию и основы работы Forge Design Automation. Теперь самое время перейти к примерам его использования. Этой теме будет посвящено все следующее видео. Не пропустите.